По случаю зашел еще в Новосибирский метро. Что-то мне кажется, цены маленько подросли еще у них. И может я ошибаюсь, не знаю. По-моему, на Малиген 5.40 не было цены 11.500. До этого что-то в районе 7-8, около 9 было, по-моему. ЗИГ X9 5.349. Топ 6.499. Матюль 8.100. Самый популярный 5.40, 8.000. Shell 9.299 ультра. Что-то какой-то странный ценник реально. Непонятный. 6.400, 5.40. Ультра 5.40, 8.700. Эко 3.400. Странно. Или мне кажется, действительно цены у них повысились маленько еще. Какая-то непонятная ситуация. 2.100 Супер, 5.799 Genesis, 5.30, 5.700 Genesis Dexus 2. Мобила практически не осталось, четырешки все распродали. Очень-очень странненько. Кастрол 0.39, 499, 5.40 H 7.099. Непонятно. Ну какие-то странные шеллы. Я пошел поставляю просто вот по нашим поставкам, да. Ну таких цен не должно быть, конечно. Что-то какие-то странные цены, слишком завышенные. До работы поеду в понедельник, посмотрю, что у нас с ценниками. Мне кажется, ценники тут какие-то вообще как конские просто абсолютно стали.